и что такое масленица без муки Макфа, как мы выяснили сегодня. Мы готовились долго к этому событию. Это был важный для нас повод вместе с нашими покупателями, потребителями дорогими и с гостями всего нашего мероприятия встретить прекрасный праздник, предвещающий весну, и установить рекорд Гиннесса. Что такое Макфа сегодня? И почему, вы спросите, для чего нам нужен этот рекорд? Для нас рекорд, установка рекордов, это, это не совсем обычное, конечно, явление, но у нас много рекордов. Мы этим гордимся. И сейчас в двух словах я вам расскажу, как мы пришли к нашему рекорду, который установили сегодня. Макфа в этом году празднует 80 лет. Именно поэтому мы решили, что нужен какой-то особый праздник. Он должен быть интересным, и интересным не только для наших потребителей и покупателей, но интересен для всего мира. Макфа входит в топ-5 крупнейших производителей макарон в мире. Мы, потому что производим не только муку, но и макароны. Это один из очень серьезных для нас рекордов. Мы производим больше всех в стране муки и больше всех в стране макарон. Это больше 450 тысяч тонн муки в год и около 200 тысяч тонн макарон. Макфа – рекордсмен по наградам. В категории бакалеи нет столько наград больше ни у кого. У нас 6 наград товар года, марка номер один в России, 14 наград по товар года, которые и в макаронах, и в крупе. Мы в этой категории тоже рекордсмен. Мы любимый бренд россиян по разным исследовательским оценкам. И у нас 8 наград в этом бренде. Это тоже в некотором смысле рекорд. Мы бесконечно много уделяем времени на качество нашего продукта. И, например, здесь мы тоже недавно делали исследование, мы рекордсмен. Мы делаем больше 10 различных исследований, которые нужно даже выше ГОСТа нашей лаборатории. Мы рекордсмен по производственным площадкам. У нас на сегодняшний день около 8 производственных площадок, считая вспомогательные, это в этой категории лидерство. Нас любят. 85% представленность. Вы найдете нашу продукцию в каждом магазине. Каждая пятая пачка макарон произведена на Макфе. Мы обладаем огромным знанием потребления, лояльностью и потребительской активностью наших потребителей. И 60% лояльность наших потребителей. Здесь мы тоже, нам не равны. Именно поэтому, рассказывая об этом с большим удовольствием, мы понимали, что нужен какой-то особый рекорд. И на пороге 80-летия, празднуя в этом году, мы решили, что это не что иное, как рекорд Гиннесса. И сегодня, на этом замечательном празднике, одном из любимейших праздников россиян, мы устанавливаем этот рекорд. Мы очень волновались, безусловно, и нам было интересно самим, сможем ли это сделать. С нами работала очень серьезная команда наших коллег и партнеров. Мы пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса. И это волнение сейчас до сих пор у меня еще есть, но мы понимаем, что праздник удался. В общем, Книга рекордов Гиннесса должна это оценить. А мы очень рады, что все потребители, которые сегодня к нам пришли, наши покупатели и те, кто любит муку Макфа, и не только муку, но и другие наши продукты, порадовались тем, что мы с очень большим уважением к ним сегодня напекли такое количество блинов, мы сегодня всем им раздавали, нашим покупателям. Мы, конечно, это в том числе делали для этого. Мы рады нашему рекорду, мы рады, что наконец-то наступает весна в нашей стране и во всем мире. Ура! Длинный рекорд состоялся. Прошу на вопрос. Because it is a brand new Guinness World Records title, then Guinness World Records set a minimum level to be achieved. That minimum has been set at 1,000 pancakes. Так как этот рекорд был абсолютно новым, то был установлен минимум всего лишь в 1000 блинчиков для того, чтобы побить рекорд и быть занесенным в книгу. So Lucia and I are very pleased to announce that the minimum of 1,000 was achieved earlier today. И мы
мы с удовольствием сообщаем вам то, что, естественно, рекорд был побит. 1000 блинчиков была испечена сегодня очень рано, спустя, наверное, 2 часа после того, как мы начали. However, the McFer team have excelled themselves and have achieved in excess of 12,000 pancakes, and we are still counting. Макфа превзошла саму себя, и мы до сих пор печем блины, сейчас 12 тысяч, и мы до сих пор считаем эти блины, которые еще продолжают выпекаться. So this is a wonderful achievement. We're not able to say what the final figure is right now, but a fantastic achievement by Макфа people. Замечательная. Это очень замечательно, то, что Макфа смогла достичь такого результата, и мы пока не знаем, какая цифра будет конечной, но в любом случае Макфа...